Доехал до лужи, загрузился, мама, не горюй, пока еще это все не одевал, загрузился килограмм 300, наверное, поехал на точку, встал и расставился, все, 8 утра, ку-ку, солнце встало, пошли эти самые мешочники, отторговались быстро, все соседи мерзнут, половина палаток с кавказцами не открылась, стучат друг об друга, бьют, водку пьют, я думаю, что нет, здесь идет лаве, здесь нужно быть трезвым. Погода, температура падает, такая белая мгла, искрит. Деньги переложил, купил другую сумку, вторую засунул поближе в штаны. Девушка, с которой я стоял, тоже копытами бьет, что-то ей докупили, водки влили в нее. Хлопнули бутылку рябины на коньяке, как-то стало веселее, кровь разогналась. Пошел еще догоняться, еще 300 килограмм. Две тонны перекидал тогда. Я отморозил два пальца, они до сих пор не чувствуют. Но подняли вы сколько? Нормально подняли. Нормально?